цирюльнику пришел клиент один из многих. Внезапно разговор зашел у них о Боге. Цирюльник говорил: коль был бы Бог на свете, народ не знал бы войн, не умирали бы дети. А если на земле такое зло творится, как этому всему позволил Бог случиться? Цирюльник утверждал клиенту, брея щеку, что как тут ни крути, а нет на свете Бога. На улице клиент увидел, как бездомный заросший человек щетину чешет сонно. И, возвратившись, он цирюльнику ответил: теперь я знаю, нет цирюльников на свете. А были бы они, я не встречал бы больше на улицах людей небритых и заросших. И, поведя плечом, цирюльник хмыкнул: что же, пускай они придут, я подстригу их тоже. Вот так же и Господь ждет всех людей планеты, но люди не идут к божественному свету. Вот так же и Господь ждет всех людей планеты, но люди не идут к божественному свету. Thank you.